или здесь. Ну, как бы, как клинить удар или в конце рычага ее принимать. Ну, что он говорит, что обратите внимание, то есть если я удар идет в горло, если я принимаю в конце рычага, видите, да, то у меня здесь есть возможность нанести удар, когда рука уже в обратной порядке стоит. То есть в эту сторону будет точно так же. Удар идет, я ухожу, видите, по траектории. И у меня сверху, видите, как достаю. То есть я в конце принимаю здесь, при этом я достаю дальше тяну. Он это показывает так, что встретимся здесь, передвинемся сюда, нагнем противника и пробьем. То есть перейдем со слабой на сильную, уберем его слабую сторону, в этот момент времени нанесем поражающую. Ну что?